Студия Sunshine приветствует вас с новым выпуском новостей. Не переживайте, с ребятами все в порядке, они здоровы и полны энергии. Просто сейчас очень горячая пора, и все заняты подготовкой к утренникам. Ну, а раз речь зашла про утренники, напоминаю, что уже в эту субботу, 17 числа, состоится новогодний праздник для наших малышей Подрастайки и Прикея. Дорогие родители, большая просьба привести ваших ребят в 10 утра, чтобы мы их могли настроить на нужный лад. Ну а вас ждем в 11 часов в хорошем настроении. А ребят постарше мы ждем в 3 и в 5.30 вечера. Новогодний праздник уже не за горами, и герои сказок уже готовятся. А теперь давайте посмотрим, как это происходит. Сейчас мы с вами подсмотрим репетицию утренника. Друзья, ну что, вам понравились наши репетиции? Так вот, теперь мы ждем вас всех на наши утренники. Уверена, вам понравится. Малыши, которые не ходят к нам в студию, тоже не останутся без праздника. Вас мы ждем 18 числа в 10 утра. И очень будем рады знакомству. А еще пару дней назад я как-то в Инстаграме задала вопрос. Кто угадает, сколько в студии находится у нас елок? Так вот. Елок у нас целых 6. И эти елки помогали нам украшать сами ребята. Ну что, Новый год не за горами. А кто еще не успел написать письмо, обязательно поторопитесь. И отправить его можно из нашей студии. У нас на фронт-деске стоит почта Деда Мороза. И поверьте, каждое ваше письмо Дед Мороз читает лично. Надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск новостей. С вами была я, Маша. До новых встреч. Пока-пока.